Что ты делаешь? И всем привет, меня Александр Новасов. Сегодня я играю в Копатель онлайн. Да, я играю в Копатель онлайн. Хотя нет, я в каждом видеоролике говорю, что да, типа я играю в эту игру и все. Не именно в Копатель онлайн. Например, я начинаю играть в Left 4 Dead 2 и говорю, да, я играю в Left 4 Dead 2 и типа того. Ладно. Итак, сегодня мы играем в Копатель, играем мы не в Steam, но все равно это будет весело, я думаю. Ладно, короче, я в Steam все-таки куплю. А ты можешь на первом этаже тогда сделать ванную с туалетом и гостиную, там где типа телек и диван стоит. Так, окей. Че строить? Да, и на первом этаже тоже только телек и кровать. Чё построить? Это слишком окон много. Да, убери несколько окон и сделай их именно вот, вот так вот. И если, если тебе... Не-не-не-не-не-не-не. А, да. Просто... Да. Чё построить? Может, меня не слышно? Алло? Знаешь, как мне непривычно из таких материалов строить? Я все. Ладно, давайте сейчас я перезайду. Вот, довольно-таки дорогих материалов. Сейчас нажму кнопку обновить. Сейчас у меня это все обновится. И мы уже начнем играть. Так, подождите. Так. Сейчас я зайду. Это было во втором мире. Как я помню. Так, список серверов, вот он, да. Дом. Зато потом покупать не надо будет его в аренду. Так, немного камеру сюда. Ну окей. Так. Люди, вы можете, пожалуйста, общаться со мной, кроме меня этого слышно? Пацана? Меня слышно? Да. Ладно. Да, чел, я... Чё строить? Да что хочешь. Ну блин, чё хочешь, там дома. Только, пожалуйста, не ругайтесь матом, вот. Окей? Ну мат это моё! Ща буду ругаться. Да я шучу. Ну, я поняла. Так. А сейчас меня слышно? Нет? Ну, ладно. Так, все нормально. Так. Строим. Выйди отсюда. Да, я в туалет схожу. Так, здесь, значит, блок. Здесь, конечно, с мышкой что-то, ну ладно, это все-таки копатель. Ребят, так, всё, давайте. Можешь заходить. Значит, если я здесь построю, значит, это вот блок такой. Здесь я, значит, если я сейчас проломаю. Почему я не могу через эти двери выходить, я не понимаю. Построю, если я здесь буду строить. Вот это вот. Давайте построим. Не знаю, что здесь получится. Так. Здесь тоже можно построить. Ладно, так. Здесь сломаем. Поставь какую-нибудь другую, пожалуйста. Так, если я здесь... Ну, хотя нет, можно эту сломать тоже. Она как бы не нужна. А вот эта вот хорошая. По-моему, просто мы какие-то толстые для этой двери. Так. Я пещеру строю. Вот так вот. Так. Во, я починил. Я чинитель от бога. Правда, стену пришла, стену пришла немножко. Окей, вы можете вот тут вот, вот тут поставить, пожалуйста. Кто-нибудь идите сюда. Так. Окей. Дальше строим. Так, ну в принципе можно это все отключить и уже нормально играть. Так. Стой, смотри, я сейчас от гаражу участок, и ты там поставишь, окей? Я уже ставлю. Ну окей, я сейчас тебе кое-где еще покажу, чтобы ты поставил, хорошо?
уроки. Я, главное, летаю, и все, мне нормально. Так, строим, 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 строим. Так, дальше. Так, это примерно сколько блоков здесь? Значит, третий блок должен быть. Вот, короче, вот по эту линию. Так. Вот тут тоже, короче. Так, зачем сразу много батута? Тут одного хватает. В смысле, сделай один такой большой. Просто нужно для кое-чего. В принципе, все нормально. Так, здесь ничего не надо. Так. Ну, пожалуйста. Входим, 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 входим. Так, здесь ну, тоже. Сейчас делаю это большое. Не нужно. Так, ну, например, здесь будет какая-то комната. Здесь. Я поставлю. А ты что там строишь? Я? Да. Пещера. Ясненько. Короче, один пацан заходил на мою карту. Короче, этот братан Тигр, короче, он музончик включал, и мы с ним веселились на батуте. Было весело. Так, здесь построил. Дальше. Надо построить здесь. Дальше вот так вот. Тут еще ведь блок есть. А ты что строишь, Шпро? Шпро! Ты! Люди, а куда нажимать, чтобы забанить там или этот... Как-то... Таб! Кнопка таб, и там будет забанить. Да, нажимаешь, и человек банится. Можно еще разбанить дабы. То есть, если после бана ты не нажимаешь разбанить, то он не сможет зайти на твою карту. Пока ты ее не пересаживаешь. Блин, не тогда, ладно. В принципе, нормально. Да, чувствую, когда банальное слово не можешь выговорить. Что? Уберись отсюда. Это девочка или мальчик вообще? Это демон! Я сейчас забаню, кто так говорит. Говорите нормально, пожалуйста. Ну да, не забрай! Кто тебе говорит? Я не знаю, какой это демон. Я думаю, это Арсений. Я тоже согласен, что это Арсений. Я сейчас проверю, я сейчас подлечу к нему. Цифрки. А, только если вылечу. Ясненько. Боже, демон пришел из преисподней. По-моему, я сейчас куда-то улечу. Это куда улетишь? Куда же ты улетишь? Да заткнись уже! Вот на эту, вот к этому пацану на карту. Я сейчас позову свою бабушку, и она будет тебя чморить, придурок. Так, не говори, не говори. Да харе. Здесь, значит, получается. Бабуля, иди сюда! У меня кровь из ушей. Так. Не обращай внимания просто. Охренеть, у него бабушка! Бабушка, сдохни! Я ему мут дал. Кажется, у бабушки бабушка это и сын, и а сын это бабушка. Сын, почему ты бабушка? Я его отключил. Все. Все. Ясненько. А кто это говорил? Цифрами. Цифры. А, ясно. Да, заткнись уже. Не трепись. Окей. Ну, я его офнул. Заколебал уже, кровь из ушей идет. Я сейчас тебя вообще забаню, понял? Ну или поняла. Слушай, админ, а дай нам вот с этим Бэтменом по модерке. Мы будем вот этих придурков банить. Нам эти понажать?
Да-да-да, около наших ников. Это вот Катана и Нуба. На меня нажми, мы. На нас вдвоем. Все. Я вот Катана. Все. Забанены. Я уже хотела их банить. Да, я уже за... Ну, да. Слушай, а можно мне подорвать тут авиабомбу и просто выровнять все? Ну, блин, не знаю. Давай тогда подальше. Или можно тебе помочь, я тут авиабомбу подорвать. Дабы расчистить местность. Давай только, ты можешь взорвать только не около домов, и... хорошо? В общем, мы строим пещеру. Кто еще не понял? Он батут ломал. Кто? Я уже его забанил. Привет. Кто именно? Арсений какой-то? Да-да-да, Арсений. Слушай, ты можешь мне говорить, вы можете мне говорить только, типа, забанить или нет, а то вы сейчас забаните не того, хорошо? Нет, я вижу по нику, это там легко понять, кто, кого ты банишь. Там бан, считай, на против ника. А вот, например, я что-то строю, а как потом я зайду на карту? Ну, вот ты не потом найдешь. Когда-нибудь. Нет, ты зайдешь только если администратор, то есть вот она вот откроет сервер, тогда ты сможешь зайти. Ну так название может быть другое. Ну я короче, я название это ставлю, окей? Не буду, короче. Давай ты меня добавишь. Давай ты меня... Где? ВКонтакте. Не-не-не-не-не. Почему? Потому что я незнакомых не добавляю. Да, как бы все понятно. Все так делают. Админ, я типа девочка, как бы. Что тебе надо? Строить? У него и так стройка есть. Вася, у тебя и так стройка есть. Вот именно. То самое чувство, когда люди наркоманы. Не могут на тап нажать. Ну все нормально, вот так. Вот подтверждение, что у тебя есть строй. Вот что я не понимаю, что строят Шпро и вот неизвестный человек. Да это какой-то, они не пойми какой дом строят, из говна и грязи. Из одного блока построили, и из другого построили. Боже. Так, здесь я построился. Здорово. Так может, может я тебе все-таки помогу бомбануть вот эту бомбу, чтобы тут, допустим, расчистить. Но я уже как бы построился. Нет, в плане стену проломать, чтобы больше места было. Авиабомба как раз вот в центре. Вы вообще где? Вы где? Вы что, наверху что? Я в пещере. Тут дырка сверху. Иди к нам. Так. В чем прикол, я не могу. Я не могу летать, так как я не купила ту штучку. Через батут. Ну вот я пытаюсь. Привет. Ну подпрыгну, потом на гору вот эту вот залезай. Знаю, я уже запрыгивала на эту гору. Так может да, все-таки, ну окей, ну да, я бомба, то давай я динамитом бомбану. Так, ну все вроде нормально. Так, так. А что? Окей. Так, здесь я построил. Я хочу обсерваторию построить в горе тоже. В принципе. А тут вот она идеально подойдет. Ну вообще здесь еще можно что-то построить. Вот, все нормально. Так, еще здесь, значит.
Один. Короче, нажимай на Z русскую и на P английскую. Короче, это одна кнопочка. Так. Внимание, кто хочет посмотреть взрыв, идите, можете смотреть сюда, на мой ник, Катана. Ты где? Стой, 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 я не взрывай. Я в горе справа. Я не вижу. А, все, он там. Стой, погодь. Меня. Погодь. Да зачем? Стой там. Так стой там. Там не так все будет видно. Ну, давай, я смотрю, давай. 3, 2, 1. Так, сейчас взорвется. Ну или почти. Если, конечно, вообще активировал. Ну и где? Блин, я не могу активировать, только администратор может. Блин, я забыл про это. Я просто на своей карте. Ну давай. Забирайся сюда. Как я должна тебе туда забраться? Я сейчас спущу. Давай. Давай водой. На, вода. Беги к воде. Да, активируй и просто прыгай сверху, увидишь, какой бабах. Сейчас кто-то взорвется. Ну хорошо, хоть и взрыв не убил. Кстати, вот хорошо бы добавили такую хрень, что динамит мог бы убивать. Это ж логично. И добавили физику хотя бы, чтобы блоки не летали. Ну это хотя уже перебор был бы. Просто нажимай, просто пробел зажимай. Не ходи никуда, это тебе не Майнкрафт. Просто зажми пробел. Вашу мать! Да я не могу, я зажимаю, а я не могу подниматься. Да боже, вот я поднимаюсь. Как ты не можешь? Что такое? Да стоп, ты у меня модерку забрала. А я тоже не модер теперь. Почему я не могу подрывать? Я нубик. Нажми F. Нажми F. Все, бежим. Беги. И все, что так мало? Дай нам эмки. Это очень пригодится. Дофига динамита надо будет подрывать. А это, которую ты самую первую хотел взорвать, или это, которая вторая? Который Катана. А еще что теперь есть? Можно снимать так. Это Нубас. Дай нам обратно эмки, а то они или слетели, или... Хорошо. А то это печаль. Я нуб. Уйди. Да поздравляю, скорее ты уйди. Кто подпишется на мой канал? Я... Включила. А что это за канал? На Ютубе. Ну как он называется? Страх побах, динамит активирован. Я написал. А, динамит активирован, сейчас рванет. Кто тут один? Страх бабах. Ничего себе! Это что? Нифига себе! Кто это говорит? Вы слышите этот детский голос? Бабах. Да, это пипец, это какой-то демон. Еще один трах-бабах. Давай самый большой. Сейчас я авиабомбу поставлю, мне все равно надо... Что ты хочешь? Так, полетать. Здесь все. Ну полетай. Боже! Иди купай. Покупай быстро. Донать в эту игру миллиарды рублей и покупай себе зельки. Мама, ты уже стала, мама. Слышь? Мама, одну руки встала. Я еще кого-то убью, кто тут воду убирает. Это вообще-то для игроков. Люди, короче, я играла с одной девочкой вчера. Вот, она сказала, так. Что, типа, этой карты ее брата, и, короче, голос один и тот же, который сейчас девочка маленькая говорила. Девочка, скажи что-нибудь еще раз. Вот смотри, вот сюда. Вот в этот угол. Сейчас трах-бабах. Не подходи, еще рванет.
Угол сейчас рванет! Отойди, бабах! Трах, бабах, и ты упала! Кто, где я? Я сейчас перезайду. Ты упала. Так. Настройки, давайте. Настройки звуков сюда. Ну, природа, ладно, не надо. Давайте на громкость звуков. Тут еще в настройках можно разную хрень поставить, но я этого делать не буду. Давайте 50. Ну, 30 давайте поставим. Вместо 30 давайте поставим, например, 25. Например, ну, наверное, так и хватит. Так. Ну, или 30 вернем, давайте, ладно. Там, я не знаю. Так. Так, все, я поставил. Теперь зайти сюда. А где она? А, вот он. Игроков 12 игроков на огромном серве. На самой большой карте 12 игроков максимум. Ну, где там 8 игроков. Ну, то есть на самом игроков. Карте. Она там снижается. Ты админ? А у меня... Вот вроде админ, все. Вот админ, какая вот карта? В общем, вот. Ну, у тебя это... Сейчас посмотрю. У тебя это мне средняя карта. Так, вот вроде ничего не изменилось, карта. Ну ладно. То есть ты, пусть видно, покупала карту. Потому что средняя карта стоит вроде алмаза. Вроде алмаза. Нет, монета. Ясно. Так, здесь, значит, что можно построить. Ты но не сказать, что ты и про. То есть как-то средний. Ты можешь тут стекло поставить? Он тебе кусок пола сломал. Я не админ. Так, ладно. Пускай строит. Только не ломайте, пожалуйста, ничего. Стройте, что хотите, только не ломайте, а то я буду банить. Бань. Хорошо. Все. А ты люблю девочка ломать. Или мальчик? Люблю ломать. Да. Я мальчик. Сколько тебе лет? 6. А почему ты вчера говорил то, что ты девочка и тебе 6 лет тоже? Кто девочка еще? Кто на этой карте девочки? Идите сюда, вот в белый дом, именно в белый. Ну окей, сейчас приду. Да ладно. Я жду девочек. Я вот уже пришла. Давай. Так, окей. Здесь тоже сейчас достроим. Надо поломать, можно играть. Утром подумай. Вот это игла. Так кто здесь девочка? Так я не понял. Так. Теперь отсюда. Поставьте кровать. Я случайно сломал. Всё норм, я тебе всё заделаю. Окей, давай скорее это только. Я тут лестницу делаю. Это типа душ, да? Сейчас приду. Уйди, чел. Ты лестницу делаешь? Просто я думала то, что типа я тут машину построю, но, блин. Да не надо убирать, как надо. Да, окей, тут пускай будет душ. Так, получается. Все уходим, кроме где этот? Кроме катана. Это я. Шизофрения!
Выходите все из того дома, кроме катана. Да. Окей. А ты надолго? Я все слышу. Ты надолго? Я тоже. Админ на букву Щ. Значит, это глупость. Деньги! Вася! Так, теперь мы сейчас будем калаться. Я слишком детский для вас. Привет, Бэт! Я на 5 минут отойду. Администратор карты. Что? Короче, я слышу, нажми на букву Щ. Я слышу даже не нажимаю микрофон. Зачем? Да теперь тебя не слышно, я звуки фоновые. Зачем? Я потому что тебя слышу. Ты не нажимаешь на ноутбук. Смотрите пещеру, я второй этаж сделал. Люди, как сделать так, чтобы я могла бы, если только нажимать, чтобы вы меня слышали? Стоп! Идите сюда меня! Катан, ты меня слышишь? Так, давайте еще раз угорнем. Да. Блин, ну сломал. А сейчас? Ну, не, можно. Пипец. Ты сейчас меня слышишь? Да. Уйди, ты меня слышишь сейчас? Да, слышно. Реально? Тихо. Я бы тебя не слышал. А как сделать так, чтобы меня не было слышно, когда я не нажимаю? Так, ладно, дальше. Вот, теперь тебя не слышно. Теперь расслабон. А сейчас слышно? Нет, теперь тебя не слышно. Да, господи! А как ты можешь мне отвечать, если меня не слышно? Катана, меня сейчас слышно? Да! А сейчас? Идите! Выбрал мои вещи из дому! А сейчас меня слышно? Нет. Да. А сейчас? Нет. Да. Ну, если бы ты отвечаешь нет, значит тебя слышно. Потому что ты отвечаешь на вопрос. А если слышно... Я говорю блоку, нет. Понятно, значит, ты ее слышишь. Я самый логичный человек в мире. Люди, как сделать так, чтобы никуда не нажимать и меня не было слышно? Обладай, ни на что не нажимай. Ну, я никуда не нажимаю, вы меня слышите. Так нажми. Вашу мать, Бэтмен, я твой нос шатал. Куда ты мою кровать ушатал? Я в пещере, ты чё? Я твои вещи шатал. Где, блин, куда ты мои вещи шатал? Ушатал такой на мои вещи, совсем офигел? А вы мне дашите мне сказать? Сгораю над ним. Смотрите. Чё? Я не понял, честно. Вы мне дашите несколько денег. И вот две денег. На. Уйдите из пещеры. Нет. Откуда здесь стул? Не выходите из пещеры, нельзя. Я не знаю. Кто сюда стул принёс? Я нашёл кровать. Не я. Вообще.
Унитаз! Привет! Ты стул поставил? Не. Я отходила, вы спрашивали меня? Нет. Короче, кто-то сломал пещеру мою. Где? Пол весь сломанный. Что? Пипец, целая дырка. Могу поставить динамит, тогда еще круче будет. Люди, кто сломал батут? Да полебал уже дыры в полу делать, как с хрена в крот. Люди, батут сломал. Да кто это сделал опять? Так. Это вот шипор, я его забанил. Крот хрена, крот хрена. Админ, сохрани карту. Админ, сохрани карту. Да, сохрани на Знаете, как удобно? Когда ты не нажимаешь никуда, вообще кайф. Меня слышно? Да. Да. Так, слышно, как ты дела. Кому надо забол? А, ну у нас. Никому не надо забол. Бросаем кровать? Запой, где она? Да, она там она стоит. Лол. Так, дальше. Давайте. Че, сохранили карту? Я вас заколебали, кто эту кровать тоже стащит? Теперь опять давайте приколимся. Да блин! Кто сюда опять поставил кто вещи? Кто сюда опять поставил вещи? Вот это цифры! 2-6-6. Он поставил. Куда мне их ставить? Да не я! Вот так вот ставить. Да не я! Да не я! Я умер. Хватит ставить вещи. Когда мозг ну, сломался, где ходить? Взял да село. Блин, так. Закрывайся, выдумайся. Так, что здесь? Кто ломает пол? Я, отпустите меня. Нет. Не убью сейчас. Так, где мой блок? А, вот он. Вашу жрать! Вашу жрать! Закройте дверь. Кто лаву поставил? Или что это освещало? Кто это меня бил? Граната фашиста. Чего вы все сюда пришли? Интересно, как ты строишь пещеру. Стройте что свои дома. Сказать? Я вообще не построил ничего. И хватит ломать пол. Чуваки, я застрял. Ни хрена себе застрял. Блин. Зачем вы ломаете пол? Это для красоты. Нахрена? Не надо меня бить. Это администратор.
упал, я сжался, а я сдох. Ну, по где тут выход? Упал, я сжался, а я сдох. Так вот он. Вот он. Кто админ? Его же застроили. Все! Дайте мне кристаллов, ты только. Да не надо тебе кристаллов, успокойся. И без кристаллов хорошо живет. Так, значит, строим здесь. Как без кристаллов нужно? Зачем ты лаву ставишь? Нельзя лаву ставить? Это моя пещера. Блин, сори. Я не туда поставил. Блин, бежим. Никто не должен увидеть того, что я Бэтмена убил. Но Бэтмен вернулся за детонатором. А? Я знаю, кто убил Бэтмена. Это был ты! Это не я, мана лава нема, меча нема, мана ничего нема. Так зачем тебе мана, если можно монашка? Так. Монашка-какашка? Так, что здесь можно поставить? А, вот. Надеюсь, твоя. Ребята, уже скучно, пошлите кому-нибудь другому. Меня слышно? Да, я слышно. Слышно меня? Да, да, монах. Все, скрытый вход разделан, убит. Админи, ой, точнее, Бэтмен, теперь ты не знаешь, где детонаторы, то, что я знаю, где секретный вход в ту или пещеру. Чем? Я знаю, где у тебя вход теперь секретный. Давай я тебе покажу, где секретный вход. Там нет входов. Вот катана да хватит ставить вещи. Ставить вещи. Пошли к тебе на да карту. Какого хрена? Сотри, я к тебе сейчас проникну. Легко и просто. Хоп, я проник. А, блин! А, блин, мне сдох. Карта, ты не обнаружил мой секретный просчет. Еще можно забрать. Ах ты мою кровать ушатал. Все, что здесь так стояло, я все взял. То, что здесь было. Ну, в общем, ладно, я пошел к себе на карту. Кто на меня подпишется? Стойте. Катана, пошли к тебе. И ну, пошли тоже к нему. Катана, как у тебя карта называется? Да не, я хотел уже выйти из копателя. Сохрани карту. Ну, сохрани карту. Пошлите, окей, сейчас сохраню. Все, на этом наш выпуск заканчивается. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.